Да, поедем вокруг вулкана Тейда, обзорную экскурсию. Потом заедем в удивительную деревушку Маска, называется, да? И еще наверх Горачика заедем. Еще какие-то места, в общем, по ходу будем рассказывать, да? Да. Шапку ты себе крутую нашла. Я хочу. Классно, классно вообще. Супер. Берем. Мы сейчас вот приехали на обзорную площадку. Мамочка, можно? Эй, куда забралась? На маленький вулкан? Ух, красотища, тут Марс настоящий. Тут вот кратер огромный. Сейчас поднимемся туда вот. В горы выше. Пойдемте туда? Да. Там, говорят, есть вот камень, называется палец Бога. Пойдемте посмотрим. Я тут целый главный трон нашла. Трон себе нашла, да? На фоне кратера. Фу, красота. Пошли дальше. Что здесь обнаружили? Рассказывается об вулкане, да? Это вулкан изображен на земле. Да. Испания. Тысячи. Да. Какая мощь. Там 3000, около 3500 метров. На фуникулёре вот поднимается, там площадка дальше. Но мы, так как здесь в мире, решили не подниматься. В принципе, этого достаточно для обзорной экскурсии. Как будто побывали на Марсе. Вулкан Тейда. Заказали мы, нам рекламировали канарская картошка как-то, по-особенно она варится, что-то там. В общем, принесли нам обычную картошку в мундирах, белорусскую картошку, вот здесь в горах. Да? Да? Хорошо, что мы с собой взяли тут покушать пиццу и много всего-всего. В общем, голодными не останемся. Но вот это блюдо, это что-то. Приехали, да, на остров за 3-9 земель, чтобы попробовать нашу белорусскую картошку в мундирах. Что это такое? Что? Держи. 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 А что там попадет сюда? Надо же, что попадет? Что это? Что это? Ой, а что тут это? Наклейка. Покажи. А здесь игрушка. Смотрите, сова. Что ты с ней будешь делать? Ага, сейчас попробуем собрать. Огонек горит. Я, кстати, поняла, зачем так. А что это? Какая-то штука. В общем, вот это надо стрелять. А, вот оно что. Вот только дети могут догадаться. Я голову ломал. А тут классно, да? В горах сейчас прохладненько, а тут огонек, тут тепло. Dame otra oportunidad, sabes no soy así, solo tú me haces rogar. Mirando mal el espejo, peleando con mi ego. Siento más me alejo, más te pienso. Интересно, туда можно спуститься? Вон там люди ходят тоже. И кто тут у нас, а? Барышня. Испанка. Вот здесь вообще отсюда вид этого дерева просто потрясающий. Попугай такой, да? Не любит, чтобы его снимали, да? Надоели, скажи. Сижу я тут в клетке, смотрят на меня, пристают, да? Был сыр? И что, тебе не понравился? А тебе, Катя? Ну, давай попробуем. Вот этот? Да.
Тюй. Тюй, как это устаришь? Ну как? Коротко? Ну да, козий такой пахучий. Бе-бе. Согласен, Майя. У тебя был с перцем. Да? Да. О, у меня сейчас будет еще и печь. Ого-го. Не-не-не. Козлика вкусно. Это сувениры. Да, такие прикольные. Пухнатые. Это молоко, видишь? Козье. Молоко, да. Не. Я не хочу. Да, Маюш, тебя не узнать. А? Я учитель. Учитель? Рисуете-то? Вау, что это за произведения искусства такие? Это не мои. Не твои? А это покажите, покажите. Как классная такая. Какая дама, какая дама. Покажите. Рада, рада. Радушка, покажись. Какая красавица. Приехали в Горачко. Потрясающее место, просто живописное. И, конечно, сюда, мне кажется, лучше всего ехать на машине своим ходом, не привязываться к автобусу, к экскурсии, просто останавливаться, где тебе нравится. Это просто потрясающие виды, наслаждаться этим океаном, воздухом, просто потрясающе. Да, какой-то древний якорь. Вот подъезжаем уже к самой известной деревушке на острове Тенерифе, Маска. Приехали мы в деревню Маска. Да, чем она известна, знаешь? Кактусовое мороженое. Ну, детям только кактусовое мороженое, да, ищут. Что надежда, что здесь будет. А виды здесь, посмотри, какие потрясающие, Маюш. Виды просто потрясающие. Чем интересна эта деревня раньше была? Раньше дорог сюда не было, до 70-х годов. Вот, да, эта деревня была раньше, там, 100 лет там назад. Деревня, ну, как бы местечко, здесь укрывались пираты. Пиратская была деревня, Маска. Они в ущелье здесь прятались, и то, что награбили, грабили здесь корабли и укрывались в этом ущелье. Ну что, порадовалась? Да. Наконец-то мы нашли, да? Мороженое из кактуса. А похоже на клубничное. На какое? На клубничное. Может, она просто с медом, сладкий, видишь, вот джем какой-то. Почему? Красное мороженое. Потому кактусы что... зеленые. Потому что все кактусы красные. Внутри, да. Кактусовое мороженое. Я видел только здесь кактусы с цветами красными. Ну, наверное, они внутри красные, да? Как арбуз, что ли, получается? Да. Похоже. А как, кстати, пальмовый мед, как вам? Напоминает вначале сладость. А потом как горчит, да? А потом как лекарство. Фиктусин. Мне напомнил я, кстати. Кто пробовал? От кашля есть такое лекарство. Да, фиктусин. Напоминает, да? Да. Там океан и остров еще вот.
Другой виден Лагомера. Да. И ты отдыхаешь тут, да? Серпантином, ой-ой-ой, испытание ехать. Автобус сворачивает просто, и приходится еще отъезжать ему назад, так как он не вписывается в поворот. Автобус останавливается, чтобы пропустить машину. А каким-то образом вообще они тут разминаются. Экстремально как? Ты решил? Отлично. Меня дух захватывает, а она сидит себе, улыбается. Отлично. На самый пик заехал. От деревни Маски. И сейчас будем спускаться и ехать уже домой. Фу. Надеюсь, самые виражи позади. И мы спокойно сейчас доберемся.